Здравствуйте, в эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях человек, всем нашим зрителям известный, политолог Александр Семенов. Александр, добрый день. И вот о чем я хотел попросить вас рассказать. Известный случай на рынке Матвеевский в Москве, да, когда было нападение на сотрудника полиции, когда им проломили голову, когда не смогли его даже защитить свои собственные коллеги от нападения вот там кавказских приезжих торговцев. Вот. Причем он был при исполнении служебных обязанностей. Ну, в общем, кошмар. Там полицейских поуваляли в Москве, начались чистки. В общем, Москву начали чистить. Вот ваше мнение по всему этому поводу. Что вы можете сказать? Ну, во-первых, первый момент. Рынки давно уже стали такими анклавами, да? Нелегальной миграции. Да, и абсолютно бесконтрольными, беззаконными территориями. И удивляет тот факт, что вот начинают заниматься этой проблемой тогда, когда действительно что-то случается. Вот проломили полицейскому череп, да, при этом другие сотрудники спокойно стояли и это наблюдали, что как бы очень-очень странно, не задержали этого гражданина, да, задержали его уже только после, и теперь начинается. Теперь, значит, уволили там начальника РУВД, уволили этих полицейских, проводятся рейды по рынкам в Москве, работает ОМОН. Собянин говорит о том, что вот необходимо ликвидировать этот рынок Матвеевский и так далее, и тому подобное. Еще такие же тоже хотят. Да, множество таких же рынков. То есть мы опять возвращаемся к вот этой проблеме, проблеме нелегальной миграции, которая уже как бы костью в горле стоит у всех, да, но не решается системным образом. То есть подходы вот именно такие. Что-то случилось, реагируем. Да, и вот все последние события, их целая череда, вот буквально за лето, не только рынок Матвеевский, но и вот в Пугачеве там ситуации, да, то есть их много. В Рязани была ситуация с казаками, и тут казаки сказали, вот мы будем в народных дружинах ходить теперь, да, до этого вот как-то не ходили, теперь будем ходить, потому что обидели как бы нашего собрата, да, тоже казака. И так будет происходить до тех пор, пока не будет системного подхода. Системный подход, он в первую очередь заключается в том, что важно понять, ну, какие факторы, да, влекут нелегальную миграцию и чем это грозит. То, помимо криминогенного фактора, то, что вот мы наблюдали этот случай, важные факторы – это в первую очередь экономический фактор. Да, то есть нелегальная миграция приводит к демпингу на рынке труда, на уровне заработной платы. И если раньше считалось, что нелегальные мигранты, они приезжают, и даже легальные мигранты трудовые из ближнего зарубежья, они приезжают, занимают рабочие места, те, которые вот коренное население, да, русские, там, россияне, они никогда не займут, за такие деньги работать не будут. Ну да, да, это слышали. И так далее, и тому подобное. Да, на сегодняшний день мы можем наблюдать, что вот в строительной сфере у нас одни гастарбайтеры, водители маршруток одни гастарбайтеры, ну, не говоря там о традиционных рынках и прочее, прочее, прочее. Да, это приводит к тому, что это существенно снижает уровень оплаты труда. Да, это приводит к различным злоупотреблениям в сфере трудового права. То есть, как правило, нелегальные мигранты – это такие рабы, которые действительно очень многим работодателям выгодны, да, но в то же самое время они работодатели как бы расхолаживают, да, приучают их к тому, что законы можно не соблюдать, да, игнорировать и прочее, прочее. Нелегалов вообще, вот я вас перебью, нелегал – это человек, которого в принципе как бы и не существует. Да, его нет. Да, его нет, он может все что угодно творить, а его нету. Да, поэтому вот криминогенный фактор – он, естественно, проявляется, потому что, ну, очень сложно по ним там вести какие-то оперативные разработки и так далее и тому подобное, потому что этих людей нет. Другой экономический фактор – это вывоз капитала. То есть они же, как правило, приезжают сюда только заработать. Они не стремятся получать гражданство. Да? Они вот приезжают, зарабатывают, все деньги вывозятся. Ну, то, что мы называем Колым, да? Есть такой народный сколько их вывозится в целом по Российской Федерации, я думаю, никто не знает. Да. Но я думаю, что суммы очень-очень приличные. Это серьезный отток капитала. У нас обычно любят поговорить об оттоке капитала там в офшоры, да, а вот я думаю, тут
потоки финансовые приблизительно сопоставимые на самом деле. То есть деньги, которые должны были работать внутри страны, да, они просто уходят. Вывозятся. Да, они уходят. Они даже не тратятся, ну, это же известно, они не тратятся здесь на там, приобретение товаров и услуг, да, там минимальные какие-то пакеты. Снимают одну квартиру на 30 человек, да, там едят роллтон, дошираки и так далее и тому подобное. То есть эти деньги не работают, просто выходят из экономики. Ну, все мы в супермаркетах видели эти картины, эти огромные. Естественно, вот эти... это все приводит как бы, к третьему важному фактору, социально-политическому. Растет как бы, социальное недовольство, происходит рост национализма, националистических настроений среди молодежи, потому что ну, само поведение мигрантов, да, трудовых мигрантов, при этом здесь вот как бы есть две группы: внешние мигранты, которые в основном из Средней Азии, и внутренние, которые из Северного Кавказа. Но при этом их поведение оно полностью не соответствует тем нормам, стандартам поведения, которые есть, существуют в России. Они не считают нужным их придерживаться. Они, более того, они даже не считают нужным учить язык. Да, хотя казалось, ты приезжаешь зарабатывать деньги, пожалуйста, приезжай, да, но следуй нормам, традициям, учи язык. Законам, в конце концов. Да, законам, да, и так далее, и тому подобное. И здесь системный подход заключается в первую очередь в чем? Во-первых, понять, насколько они нам нужны. Вот я не видел, никогда не встречал действительно каких-то серьезных экономических обоснований, социальных обоснований, насколько необходимы вот эти вот трудовые мигранты. Да, как из внутренние трудовые мигранты, допустим, с республик Северного Кавказа, так и внешние. В основном все сводится к каким-то таким популистским лозунгам, вот если их не будет, будет некому работать. Да, ну, то есть ничем не обосновано. Да, при этом здесь важно понять, вот провести действительно системный анализ, где они нам нужны, в каком количестве, какие специалисты, какого уровня квалификации. Да. И здесь в первую очередь нужно, на мой взгляд, вводить ответственность работодателей, которые их привлекают, ее усиливать. Да, за нелегальное привлечение нелегальных мигрантов ее усиливать, усиливать в разы вплоть до уголовной ответственности. Потому что по-другому вот этот поток, мы с ним не справимся, его не остановим. Второй как бы, шаг важный, но этот шаг уже президент Путин озвучил, это введение визового режима. Да, вот он отнесен там, на 2015 год. Мне кажется, здесь нужно вот после всех этих событий более оперативно реагировать и вводить его уже вот с 1 января 2014 года. Я думаю, что здесь все ведомства заинтересованные могут как бы включиться активно в эту работу. Ну, да. И тем самым мы также значительно снизим, упорядочим, введем в законные рамки весь этот поток. И третий важный шаг, который вот на сегодняшний день почему-то он не используется, хотя он такой логичный и достаточно простой, это привлечение общественности, да, к решению этих проблем. То есть, ну, в первую очередь, на мой взгляд, тут такие простые механизмы, как разные горячие линии. Да? Горячая линия федеральной миграционной службы, там, горячая линия в трудовой инспекции, горячая линия в ОМВД и так далее. Это апробированные практики. Да, например, когда гражданин просто может обратиться и сообщить. Сообщить, что вот у меня в подъезде, вот в такой-то квартире, да, проживает там 30 мигрантов, да, выходцев там Северной Азии, я не знаю, они легальны или нелегальны. Да, имеют ли право они здесь проживать там, или у меня, у работодателя там такое-то количество тоже трудовых мигрантов работают, они на законных основаниях работают или нет. Да, и тогда таким образом, то есть, ну, сами органы, контролирующие надзорные, они вряд ли справятся, потому что действительно поток огромный, поэтому общественность нужно привлекать, привлекать вот через различные горячие линии, да, в том числе вот действительно там патрулирование народных дружин вечерами. Потому что... Ну, таковы реалии, что же делать. Да. Очень многие девушки жалуются, действительно стало страшно ходить по улицам вечерами одной, потому что у них отношение к русским женщинам очень такое своеобразное, можно так сказать. Да? Огромное количество случаев изнасилования и прочее. И действительно тут, я говорю, вот сложность заключается в том, что правоохранительные органы, даже если они хотят сработать эффективно, не могут. Но очень сложно установить, как вы правильно, Петр, сказали, ну нет этого человека. Да, нелегал. Он нелегальный, его нет. Да. Даже если он легальный, он приехал, уехал. Да. Да, он совершил ряд преступлений и уехал. Попробуй найди его.
зафиксируй, привлеки к ответственности. Поэтому здесь вот нужно, ну, как бы общими такими усилиями подходить к этой проблеме, потому что если ее не решать, дальше вот эти вот случаи, то, что произошло на рынке в Москве, будет только усиливаться, увеличиваться. Я напомню, вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». Всего доброго, до встречи.